Дорогие друзья, я очень рад вас видеть. Сегодня я пригласил вас, чтобы поговорить о небольшом произведении, разобрать небольшой текст, но он мне показался очень удачным для нашей беседы, ну и, может быть, где-то выходящей даже за рамки научного академизма, потому что это произведение «Блудный сын». С одной стороны, небольшое, но затрагивает оно проблемы очень большие, выходящие за рамки отдельно взятой повести. Кроме того, несмотря на то, что его автор, автор этого произведения, Григорий Александрович Мачтет, на сегодняшний день является полузабытых представителей великого золотого века русской литературы, классической литературы. Это менее известный автор, который издавался, правда, в Советском Союзе, но всего лишь несколько раз, да и то в 60-е годы. Но произведения, вместе с тем, произведения полузабытые авторов могут быть очень актуальными, как вот нередко приходилось убеждаться. Поэтому повесть Григория Александровича Мачтета «Блудный сын», которая посвящена, с одной стороны, проблемам российской действительности, с другой стороны, затрагивает такую вот остро актуальную современную проблему эмиграции талантов, которая сейчас вот в постсоветской России, вообще на всем постсоветском пространстве, приобрела особую остроту. Но прежде всего я бы хотел сказать о том, что в жизни этого прозаика, прежде всего, прозаик, хотя Мачтет вообще-то известен как автор очень одной известной русской революционной песни, он был революционером-народником по своим идейным убеждениям. Но вот у него был такой небольшой период эмиграции в Америку с 1872 по 1874 год. Он 2 года провел в Америке. То есть то произведение, которым главный герой Андрей Загайный эмигрирует в Америку, это в каком-то смысле сам Григорий Мачтет, альтер-эго Григория Мачтета. И это повесть утраченных иллюзий, конечно же. То есть те цели, которые молодой на то время писатель перед собой ставил, эмигрируя в Америку, оказались недостигнутыми, и он убедился в том, что это была ошибка. И вот в качестве одного из художественных выражений его повесть «Блудный сын». Он, кстати, среди своих произведений, повести, рассказы написал еще несколько, по крайней мере, произведений Америки, в которых раскрывает художественную жизнь американцев. Пожалуй, никто больше из русских писателей не мог вот так подробно осветить эту далекую достаточно от русской действительности жизнь. И у него, помимо художественных произведений, вымышленных, есть путевые картинки. Путевые картинки. Вот к этим произведениям интересно обратиться. В них просто Мачтет показывает то, что он увидел собственными глазами, жизнь американцев, и причем не только американцев, там у него есть и Европе тоже путевые картинки, глазами русского писателя. Русского. Ну, впрочем, сейчас бы его, наверное, назвали бы больше украинским. Он родился в Западной Украине, в Луцке. Правда, фамилия его Мачтет говорит об английском происхождении. Предки его приехали из Англии. Вот такая вот сложная комбинация по происхождению. Мы видим, он связан с Западной Европой, то есть, видимо, что-то потянуло его в ту сторону, на Запад. По месту рождения, конечно же, это украинец, украинское происхождение. А по, ну и, соответственно, по культурным особенностям его, по местному колориту, по каким-то пристрастиям его. И что касается языка, то это, конечно, русский писатель. Язык позволяет
квалифицировать Григория Почтета именно как писателя русского. Что еще хотел сказать в качестве предисловия? То, что помимо вот прочитанной повести, меня еще привлекло в этой теме то, что часто у нас говорят в последнее время о миграции талантов, миграции молодежи, то есть молодых людей. Даже вот такой пример приведу, когда один мой знакомый сказал, что у него сын учится в классе средней школы, в старшей классе, ну давно это уже было достаточно. И там проводился даже опрос, каким образом планируют свою будущую судьбу эти молодые люди. И один человек привлек к себе внимание, который сказал, что он будет министром иностранных дел России. Но другие при этом сказали, что они видят свое будущее за границей, что самое интересное. То есть действительно такая проблема есть, если говорить о современной молодежи, связанной с эмиграцией, с какими-то надеждами, возлагаемыми на это, ну и результатами, которые могут быть вследствие подобного шага. И это дает нам такую интересную возможность обратиться за каким-то объяснением этой ситуации с исторической перспективы к повести русского писателя, принадлежащего тому самому XIX веку, дореволюционному, который занимает в нашей культуре очень большое место. Но для того, чтобы расширить несколько контекст, выйти за рамки отдельно взятого произведения, приведу несколько эпиграфов. Достоевский, Федор Михайлович, «Зимние записки о летних впечатлениях» и привлекшая меня оттуда цитата, оказавшаяся очень известной для этого рассматриваемого текста. «Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть оторвешься, так все-таки назад вернешься?» Конечно, это мышление человека XIX века, которое может быть и весьма далек для нынешнего космополитического XX века, где люди себя больше осознают гражданами мира, космополитами, но обращаясь к повести «Блудный сын» Мачтета, мы можем убедиться в истинности именно этого размышления Достоевского, связанного с тем, что даже если человек не создает этой связи с местом, где он родился, то эта связь, она все равно дает о себе знать последующие периоды его биографии. В качестве второго эпиграфа я выбрал цитату из английского мудреца, философа Томаса Карлейля, который сказал не менее замечательную вещь. Он скорректировал Сократа в «Опознай самого себя». Но в самом деле, если вдуматься, то познавать самого себя можно бесконечно, и так на протяжении всей жизни, и не достичь поставленной цели. Но то, перед чем это актуальная задача, перед какой человек реально поставлен, познай то, что ты должен делать, как говорил Томас Карлейль. Познай, над чем ты можешь трудиться, и работай как Геркулес. Ничего лучшего не может быть для тебя. В общем-то, смысл жизни для главного героя заключается в том, чтобы познать, что он должен делать. И нельзя, конечно, исключать того, что людей, которые выбирают эмиграцию, как раз тянет вот это вот, может быть, иллюзорное, но все-таки вполне оправданное с его внутренней точки зрения стремление найти свое место в жизни, то есть тот вот именно труд, которым он призван. В общем-то, действительно, это главная человеческая задача. Ну и, наконец, «Блудный сын» – название самого произведения, которое обращает нас
евангельской притче, как к своеобразному ключу к этому произведению. И в связи с этим то, что вообще современный человек, общество оказывается в рамках тех самых координат, которые заданы Евангелием. Мы находимся в пределах вот этой вот эпохи, которая ведется от отчета христианской эры, и несмотря на тот или иной религиозный выбор, сделанный сознательно, но проблематика, которая заявлена в притчах, заявлена в поучениях, она обретает редкую актуальность для современного человека, и блудным сыном, например, может оказаться человек, который, в общем-то, никогда не мыслил себя в этих категориях, категориях Евангелия. Я был восхищен, вот как раз задавали мне вопрос по поводу такой польской литературы, которой я постоянно занят. Так вот, на меня очень большое впечатление произвело стихотворение Чесława Милоша. Я как раз прошлую лекцию посвятил. Это еще было давно, 3 года назад, Чесławу Милошу. И я прочитаю перевод, который я вот сделал как раз к этой лекции о Евангелии, о Священном Писании и о том, что мы находимся в пределах христианского эона. Ты спросил меня, какая польза в Евангелии, прочитанном по-гречески. Я отвечу, будет достойно, если бы мы водили пальцами по буквам более надежным, чем вырезанные в камне, чтобы медленно, читая по слогам, постигали подлинное величие слова. Для внимательного это предстанет вчерашним днем, хотя лица кесарей сегодня другие на монетах. Все длится тот же эон. Вожделение и страх значат то, что и прежде. Олива, вино и хлеб значат то, что и прежде. А также непостоянство толпы, жаждущей, как и прежде, зрелищ. Обряды, пиршества, причитания по мертвым разнятся только внешне. Например, и тогда полно было таких, которые в тексте называют «деймонизоменой», или «беснующимися», или «бесноватыми», или «одержимыми», как язык наш именует их, согласно фантазии словаря. Судороги, пена у рта, скрежет зубов не считались тогда признаками таланта. У бесноватых не было тогда ни журналов, ни доступа в эфир. Они редко занимались искусством и литературой. И тем не менее, притча о них остается в силе, что дух, владеющий ими, может войти в свиней, которые, отчаявшись от столкновения двух начал, своего собственного и люциферического, бросаются в воду и тонут. Это повторяется, и на каждой странице опытный читатель видит 20 столетий, как 20 дней одного эона, который когда-нибудь достигнет конца. Итак, притча о блудном сыне и повесть о мальчтете. Сначала по поводу притчи, следовательно. Я задумался над тем, что такое блудный сын, и обратил внимание на те семантические оттенки, которые есть в разных языках мира, например, по-английски или по-латински, это prodigal son, что означает расточительный. Расточительный, но вместе с тем это расточительство, оно, если вдуматься, имеет связь семантическую с каким-то богатством, потому что для того, чтобы расточать, все-таки в человеке что-то изначально должно быть. Ну вот в немецком языке, например, наоборот, потерян. То есть вот тут не с точки зрения самого сына, который расточает, а с точки зрения отца. Это вот что-то вот потерянное, утраченное. Но вот однажды на меня навела мысль такая, в Фейсбуке там говорили по поводу польского как раз языка марнотравный, что это означает.
Если в русском языке блудный сын вообще-то ассоциируется с блудом, хотя могут быть и какие-то другие еще здесь значения, оттенки. Ну, то есть это такой вот достаточно много себе позволяющий сын в плане распущенности. А вот марнотравный, например, ну что такое марнотравный? Марный означает пустую, а травень получает тот, который переваривает пищу впустую. Вот такое значение, который не исполняет своего предназначения. Причем это не обязательно тот, который оказался где-то в других краях, в других местах. Он просто не исполняет свое предназначение. Он живет, но он мертв. Вот в этом все дело. Что он может считаться живым именно с точки зрения физической, но не с точки зрения нравственной, моральной. Я бы хотел еще раз прочитать эту притчу, обратиться к ней для того, чтобы вот иметь дело с текстом, а потом уже далее двигаться в направлении самой повести. Итак, Евангелие от Луки. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против тебя и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне ни козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. О том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Ну вот сразу же, забегая вперед к произведению Мачтета «Блудный сын», следует сказать о том, что в этом произведении не так уж и много от самой притчи, она не совпадает буквально по сюжету. Есть, правда, некоторые такие важные места, которые вот слово в слово, например, это какая-то дальняя страна, в которой он находился. Там, ну, голод был, так, тоже в это время, когда он находился, были неблагоприятные ситуации, неблагоприятные экономические финансовые ситуации, в которой
он пребывал. Ну вот, имение, например, ничего не говорится об имении, разве что только понимать метафорически под имением вот то образование, которое получил он благодаря отцу, действительно был вот это вот некий капитал, который он мог вложить в дело. То есть здесь преемственная связь между отцом и сыном играет большую роль в этом произведении. Отец и сын. Но отличие такое наиболее явное, бросающееся в глаза, в том, что вообще-то отец еще до того, как сын ушел со своей, ну вот принял это решение, что он не будет там, где он родился, жить, отец к этому времени умер. То есть он не мог, вот физически отец, принять его в свои объятия, конечно же, он бы его принял, но тем не менее здесь много сюжетных несовпадений. Но обращаясь тем не менее к моральному смыслу этой притчи, то для меня представляется наиболее важным те слова, которые двукратно в ней обозначены. И именно это слова отца. То есть то, что говорится дважды, это по всей вероятности наиболее важное как раз есть. Это вот то, что надо запомнить в этой притче. Это то, что сын был мертв, а потом ожил. То есть не просто то, что он куда-то там пошел и там вел другую жизнь, но то, что с ним происходило, это смерть. И после смерти он вернулся к жизни снова. Вот это вот мы, конечно же, должны запомнить о том, надо радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И в плане метафорическом плане, историю блудного сына Мачтета Андрея Загаинова тоже нужно воспринимать как историю жизни и смерти. Вот именно так. В общем-то, вот эта история жизни и смерти, она является архетипической, она является универсальной. Это то, что происходит, ну, в общем-то, со всеми героями. Со всеми героями. Не случайно братья Карамазовы Достоевского начинаются евангельским эпиграфом. Истинно, говорю вам, если же зерно падшее или не падшее в землю умрет, останется одно, умрет, принесет много плода. Или я еще вспомню, пожалуй, стихотворение Гёте, если брать такие вершины, оно называется «Блаженное томление». «И пока ты не познаешь этого, умри и воскресай, и ты будешь только мрачным гостем, ходящим по». То есть таинство смерти и жизни – это то, что нужно постичь, находясь на земле. И, следовательно, в этом пути есть свой смысл, хотя он, конечно же, связан с заблуждениями героя, то, что он совершает ошибку или, может быть, ошибки в своей жизни. Но, кроме того, вот помимо, такая здесь происходит взаимодействие двух библеизмов, одна связанная с блудным сыном в названии произведения, то есть это позиция автора, а другая в речи героя с землей обетованной. Землей обетованной. Он об этом думает дважды на протяжении повести. Первый раз достиг земли обетованной, когда встал на ноги. То есть, уйдя из деревни в поисках исполнения своего человеческого предназначения, он вот, наконец, достиг зрелости и признания как профессионала, как учителя. Он стал учителем гимназии, что для дореволюционной России, конечно же, было признанием определенного статуса. Человек, который вообще-то из низов происходил, то есть он, это такой вот аванс, это существенное карьерное повышение, движение вперед, о чем не могли совершенно, конечно же, мечтать его предки. Следовательно, вот эта вот земля обетованное первое такое значение, а второе значение это то, что вот о земле обетованной говорится как об Америке именно. То есть, когда он принял решение, находясь в поисках себя, когда он обнаружил, что здесь, на своей родине, он не способен реализовать того потенциала, который заложен у него внутри, он принимает решение покинуть
родину и отправится в далекую Америку. Для него становится именно Америка землей обетованной. И надо сказать, что вот этот вот такого рода библеизм Андрея Загайнова, то есть героя повести, он соотносится, он вступает в диалог, перекличку с мифом американцев о самих себе. То есть, вообще-то говоря, американская нация – это вот переселенцы, это те, которые, если говорить о европейцах, это те, которые начали новую жизнь. Вот у них была старая жизнь, и они начали новую. Конечно же, во многих случаях складывалось по-разному, но, тем не менее, существовал такой миф, и он отражен в литературе даже. В американской литературе вот этой вот теме посвящены исследования, связанные с мифом земли обетованной. То есть мы вот обращаем внимание здесь на такую перекличку. Кроме того, в этом мифе вообще-то тоже присутствует тема отца. Не случайно тут говорится об Аврааме, Иакове, Исааке. Это тоже возвращение. Вот между притчей блудного сына и мифом земли обетованной есть общее именно в том, что и то, и другое представляет собой возвращение, но земля обетованная – это путь из земли рабства. Вот именно так ее воспринимает главный герой, что из старого света Европа – это земля рабства, исход, и Америка – это, соответственно, земля свободы. Это вот новый свет, где человек может полностью реализовать себя как self-made man, то есть самореализовавший себя человек. И надо сказать вообще, что вот Андрея Загайнова, знакомясь с Андреем Загайновым, характер его таков, как он есть, можно заметить много того, что называется американизмом. Это вот индивидуализм, это стремление без каких-либо компромиссов, стремление к тому, чтобы вот как-то приладиться к традициям, достичь своей цели. Ну и, конечно же, он отправляется в эту землю не случайно. То есть он ищет там то, что соответствует его характеру, как можно предполагать, но снова, опять-таки, забегая вперед уже к концу повести, он не находит этого. Но еще вот земля обетованная, конечно же, связана с отцами и детьми, безусловно. То есть вот отцы есть, и есть дети. Земля обетованная – это то, куда попадают именно дети. Такой вот, то есть старый свет – это отцы, а новый свет – это дети. И вот снова, конечно же, я обречен на то, чтобы обращаться к польскому материалу. Есть такой писатель Гамбрович, у него роман «Трансатлантик», где вот в связи как раз… Там, «Трансатлантик» – это вообще такой пароход, корабль между Европой и Латинской Америкой, и вот там неологизм даже появляется в отношении Америки, сынчизна. То есть отчизна – это земля отцов с одной стороны, и сынчизна – с другой. И тут действительно вписан вот этот вот архетипический образ блудного сына. Взаимодействие происходит, какая-то контаминация между землей обетованной и блудным сыном. Но вместе с тем, конечно, такая вот разница прорисовывается, что с позиции самого героя это земля обетованная. То есть туда, куда он держит путь, это возможность реализовать все возможности, которые в нем, это реализация всех возможностей, которые в нем заложены. Но с авторской точки зрения, то есть это уже точки зрения, исходя из свершившегося факта, ретроспективный взгляд. И получается вот альтер эго спустя годы. Это история блудного сына. То есть уже и чем-то похожая, но все-таки несколько другая история. Потому что если земля обетованная, народ идет, он сложный, конечно, это тернистый путь, далеко не прямой, но это путь к определенной цели, то притча о блудном сыне, герой должен вернуться. Он должен вернуться туда, откуда он пришел. Такая вот. То есть, если говорить о целеполагании, целеустановке, то разница между этими двумя библейскими историями в тексте повести, она весьма существенной выглядит. Ну и, наконец, говоря о том, что вот и притча о блудном сыне,
и повесть Мачтета, и все, и самые разные другие истории, они связаны каким-то, какой-то общей логикой, общим стержнем, общей схемой. Я ссылаюсь на работу Джозефа Кэмпбелла, который был автором идеи мономифа, «Герой с тысячью лицами», который утверждал то, что во многих произведениях литературы, во многих мифах самых разных стран присутствуют три стадии движения героя, его приключений. Это уединение от мира, уход. Второе – это причащение к некоему источнику силы, называемой еще инициацией. То есть это испытание. И вообще-то очень важно то, что герой этой повести рассматривает историю именно как испытание. Он даже это произносит, это слово, это экзамен. То есть вот он был кем-то в старом мире, он стал нулем, стал никем совершенно, переехав в Америку. И для него это не что иное, как испытание, экзамен на собственные силы. То есть сможет ли он, конечно же, это очень амбициозный человек, уверенный в своих силах, то, что у него все получится, несмотря на опыт других людей, которые разубеждают его, те, которые сопутствуют ему в этой дороге, и некоторые имели опыт подобного уже столкновения с Америкой, они пытаются разубедить героя, но тем не менее он является целеустремленным человеком и двигается к цели. Итак, вот это пребывание в Америке, оно представляет собой испытание, инициацию, конечно, то есть это вот какой-то такой момент, когда происходит перелом в самом герое и пребывание в царстве мертвых вообще-то. Америка как царство мертвых. В связи с этим снова я обращаюсь к Достоевскому, вот то, конечно же, о чем в последнее время думаю, то и приходят в голову какие-то соответствующие размышления, тем более, что речь идет о современнике. Свидригайлов так говорит, что он уезжает в Америку, что он в это дело время спускает курок и убивает себя. Да? Здесь происходит нечто обратное. И соответственно будет цитата. Он уезжает в Америку, герой. Но в символическом отношении это как смерть. Итак, у Свидригайлова получается, герой совершает самоубийство. И он это метафорически обозначает как отъезд в Америку, а здесь герой Мачтета наоборот уезжает в Америку, но тем не менее это воспринимается именно как уход из царства живых в царство мертвых. Именно так. Итак, но повесть поделена на две части. Вот об этом еще можно сказать. И только вторая часть этой повести является американской, то есть она представляет собой уход героя из жизни. Вот этот вот, вообще-то, вся история героя – это какая-то стадия испытаний. Но главным, конечно же, испытанием, вот смертельным испытанием, когда герой мог, по всей вероятности, просто не вернуться даже из этого путешествия, была Америка, вне всякого сомнения. И он совершает вот эту вот путь назад, то есть цикличность, но при всем при этом вот еще особенности этого универсального мифа, то есть уход, пребывание в стране мертвых, потом воскрешение, заключается в том, что герой не просто там вот он должен побывать и убедиться в том, что надо все-таки вернуться, но он что-то оттуда приносит. Он должен обязательно вот что-то взять оттуда и донести это снова в тот мир, где он, собственно, призван жить. Такова здесь логика. И обратимся к самому началу этого произведения, то есть деревня Барвиновка, место, где живет главный герой, у него есть отец, который говорит ему «учись сынку», который является таким бескомпромиссным отцом. Кстати сказать, перекличка очевидная с Тарасом Бульбой в Гоголе, где тоже есть сын Андрей, младший сын,
которого тоже можно назвать блудным сыном. То есть это вот какая-то интерпретация блудного сына, хотя здесь больше отличий, больше различий с евангельской притчей, ну и, конечно же, времена другие взяты, историческая эпоха другая. Потом, там обрати внимание в Тарасе Бульбе на то, что вообще-то Тарас Бульба смеется над ученым видом двух своих сыновей, да, а младший брат Андрей, кстати сказать, в большей степени преуспел в учении. Григорий Мачтет, конечно, тут имена не случайные, он корректирует сюжет этой повести Гоголя, потому что отец, наоборот, настаивает на учении, на том, что он должен учиться, и для самого сына это ничто, как миссия продолжать то назначение, которое осуществлял его отец, приносить пользу своим односельчанам. Но сын отказывается, он уходит из деревни, потому что для него существует гораздо большая цель. Он считает, что не просто для того, чтобы жить на одном уголке клочке земли призван человек, но больше. Ну, есть своя правда. Нельзя считать, что вот главный герой здесь однозначно ошибается в этой своей миссии, в том, чтобы пойти большой, в широкий мир и обрести собственное призвание, познать то, что он должен делать. Кстати, в этом отношении вот такое неспокойство, непоседливость главного героя в сравнении там с другими людьми. Есть такой, например, там Сергей Павлович. Да, Сергей Павлович, который, наоборот, является мещанином. Вот это вот сын марнотратный, пожалуй. То есть тот, который прожигает жизнь, проживает, это такой вот чеховский мещанин, который, ну, живет, как живется, считает, что особенно не нужно прилагать никаких усилий, если что-то не так, если что-то где-то там не удается достичь идеала, то ничего, как-нибудь потихоньку, как он говорит, да. Но, тем не менее, сознает главный герой, что это не является окончательной для него точкой странствий. Он движется дальше. То есть он считает, что у него ждет какая-то другая цель. Когда он, например, преподает в гимназии, это, казалось бы, действительно призвание, признание того, что он чего-то добился в жизни, но тем не менее он не может осуществить полностью своего потенциала, вот то, что в нем заложено. И он уходит оттуда. Более того, и в этот момент, и в последующий, ему встречаются постоянно какие-то пожилые люди, которые дают ему советы, вот куда, что там нужно, что не оставайтесь здесь в гимназии, ни за что двигайтесь дальше. Или, например, ни за что не поезжайте в Америку, что там нет жизни, говорит другой пожилой человек. Ну и, наконец, там еще есть одно размышление вот по поводу дальнейшей судьбы, вот, то есть из чего приходит, собственно говоря, Андрей Загайник, мысли о том, что герой должен вернуться. Ну вот, действительно, получается, старый-молодой, там он открывает, у него свой опыт, вообще-то у него есть своя правда в том, что он должен, в конце концов, сам убедиться на собственных ошибках, а не то, что ему говорят старшие. Но, тем не менее, вот этот вот опыт старшего человека, он постоянно присутствует. И вот в лице человека, который в самом начале повести ему заменил отца, это мельник Тарас, который говорит, он ссылается на опыт. Вообще-то такой, ну, универсальный, общечеловеческий опыт, он может еще притчу блудного сына в качестве пример привести. То есть в том, что происходит с молодыми людьми, нет ничего нового. Пускай идет, добрые люди, куда его тянет. От молодости это. Прежде говорят, когда подрастали хлопцы, то шли казаковать, а все же домой вертались. Теперь не то время. В учение тянет хлопцев. Ну и пусть идет. А все же не будет ему света, как дома. То есть мы видим здесь, что старый человек уже все заранее знает, он предсказывает, по сути дела, все, что произойдет с героем повести. Но здесь возникает такое вот напряжение, двойственность в отношении опыта старшего, пожилого человека и молодого человека, который совершает сам свою судьбу, она является открытой, и, в общем-то, читатель, наверное, понимает сам, что эта судьба могла бы сложиться по-другому, герой бы и не вернулся. Тут
В общем-то, в завершение этой повести даже где-то вот тут является такой вот авторским завершением. То есть то, что происходит в конце, еще есть возлюбленные этих героев, да? Ну, это же вообще отдельная история. Возлюбленная этой тоже могло бы не быть, и повесть, тем не менее, она все равно бы осталась вот этой вот историей блудного сына, повести о пребывании в Америке, о том, вот как герой там разочаровался, осознал, что это не его в конечном итоге. И перед отплытием в Америку. Итак, перед отплытием в Америку. Этот момент, когда он достигает, в конце концов, приезжая через всю Европу океана, это садится на корабль, он вспоминает о прошлом. И здесь вот именно появляются мотивы смерти. То есть именно то, что герой умирает, пересекая океан, переезжая. Это и сам по себе образ корабля и какого-то водного пространства, которое герой должен преодолеть, что вызывает ассоциации с короном. И вообще акватическая символика, то есть погружение куда-то в воду, чем-то вот даже напоминающее крещение, что человек, старый человек погиб, зато новый человек вот для новой жизни умер. Следовательно, здесь мотивы смерти для старой жизни умер. Мотивы смерти здесь присутствуют, вот именно в этом. Вот вспомнил своих родных, вспомнил покойного отца и так далее. Здесь вот большая цитата. «Да разве они все чужие ему? Что общего между ними, когда они даже не могут понять друг друга? Целая пропасть, непроходимая пропасть лежит между ними. Да они все, вероятно, и забыли его, как и он их забыл. Но чего же вспомнились они ему теперь именно? Вспомнились так живо, так реально. Перед смертью, говорят, вспоминается детство, детские впечатления. Вот от чего вспомнились. Ведь он умирает. Умирает для этой жизни, для старого света. Итак, действительно, смерть как метафора мы видим, а в реальности имеется в виду не что иное, как переселение в Америку. И здесь происходит его разговор с пожилым немцем. Спрашивает его: у вас не с кем прощаться, не о ком пожалеть? Такой байроновский вопрос задает Андрею Загайнову. Кстати, вот в этом образе много романтического. Действительно, противопоставление «я» героя и окружению. Вообще, сам тот образ лишнего человека, который воспроизводит этот персонаж, то есть это вот новая такая реализация известного классического типа русской литературы, даны ему там большой потенциал, большие возможности, но он не может их реализовать. Но только герой при всем при этом едет в Америку, как мы видим, то есть совершает какой-то переход, черту переходит, границу, через которую, конечно же, не могли перейти многие герои русской литературы. И вот он говорит, сначала шваб говорит, то есть немец, у меня тоже никого нет, я тоже один, я всех похоронил, а вы? И я похоронил, говорит он. Да? Ну, в общем-то, хотя он выговорил неуверенно, но это вот слово сказанное, оно так очень тяжело пало, потому что речь идет о том, что он оставил там не только живых людей, но и мертвых, свою мать, да. Это также и его возлюбленная, которую звали Галя, которая жила на тот момент в Петербурге. То есть много живых людей. Он сказал неправду, да. Но получается, что если он сказал неправду, вот это вот отношение жизнь-смерть, и если он сказал как о мертвых, о тех людях, как живые, то получается, что он сам тогда мертв. Тут вот такая инверсия есть. И кроме вот этой оппозиции жизнь-смерть, свой-чужой. Почему Загайн едет в Америку? Потому что он считает, что там решена та проблема, которая была для него большим барьером, большим психологическим барьером в том мире, в котором он всегда жил. Это то, что в Старом Свете свои традиции, свои правила, и они отсутствуют в Новом Свете. Там можно начать жизнь заново. Он говорит, он пишет Галине,
прощальное письмо перед тем, как уехать в Америку. Пишет он, что он боится Европы, потому что там сложившиеся традиции, там все свое издревле установившиеся привычки, вкусы, характеры, а в новом свете еще нет, свой и не свой. Там каждый пока свой, голос которого найдет отклик в жизни. Что мы видим? Мы видим, что Андрей заблуждается здесь. Он думает, что в Америке нет границы между своим и чужим, что там совершенно другие законы жизни. И впоследствии здесь взял справа цитату последующего текста повести, которая утверждает то, что Андрей не может преодолеть болезнь отчуждения, которая его охватывает в период пребывания в Америке. То есть то, в общем-то, от чего он уходил, он чувствовал себя чужим, чувствовал, что он лишний в отечественной действительности, в отечественной жизни. Но то, от чего он убегал, в конечном итоге и настигло его в Америке. Он стал чужим. Точно я в чужой гостиной. Сердился он про себя, недоумевая и волнуясь, а что-то глубокое, затаенное, что-то такое, что он ежечасно, ежеминутно подавлял в себе со злобой, безжалостно гнал прочь, точно шептала ему, точно вторила чужой, чужой, чужой. Надо сказать, что в символическом плане, конечно же, происходит смерть, то есть жизнь и смерть героя. Ну а в социальном плане происходит обратное его движение по социальной линии, то есть не вверх, как до этого, а наоборот вниз. Если он был там в прежнем мире человеком умственного труда, интеллигенции, принадлежал классу интеллигенции, то тут он становится чернорабочим. И более того, основной задачей его становится борьба за существование. Здесь даже важен начальный момент, когда его общение с агентами, которые предлагали переезжим, тем, которые приехали в Америку, работу, спрашивали, соответственно, о том, чем был занят в прошлой жизни, и говорили о том, вот два раза повторяется мысль о том, что здесь важен не ум, а мускулы. И в дополнение второй еще из этих агентов даже пощупал его бицепсы, насколько он способен, что оскорбило глубоко Андрея. И вместе с тем вот такой вот когнитивный диссонанс возник, потому что вроде бы страна, в которую он приехал, это страна свободы, но вообще-то этот сам по себе жест, он характерен для наемника, который таким образом вот для тот, который вот раба оценивает, да, соответствующим образом, может ли он исполнять ту работу, которая будет в последующем признана. Итак, происходит такое вот падение, деградация Андрея Загайнова с точки зрения его социального положения, невозможность его добиться тех высот в жизни, которые он перед собой ставил. И кроме того, вот это начальный момент пребывания в Америке, это то, когда он даже не мыслил, не чувствовал ничего, когда он просто жил как механизм, как робот для того, чтобы выжить. Это было действительно расставание тела с душой. И только впоследствии, когда он уже окреп физически, и у него появилось свободное время, появилась вот эта вот новая болезнь, связанная с отчуждением. Несмотря на то, что он может выжить в этом мире, но, тем не менее, он никогда этот мир не сможет принять своим, принять как свой. В этом отношении показателен следующий момент. Даже два эпизода, приводимых здесь, в этой повести, которая переваривает Андрей Загайнов, постоянно осмысливает. Он едет в поезде и вспоминает историю одну, первая история о том, как он работал на фабрике, трудясь у станка, там возник конфликт между рабочими, требующими повышения зарплаты, и капиталистами, которые ни за что не соглашались на это и даже готовы были пригласить почти что за дармовую
зарплату китайских рабочих, и возник конфликт в связи этого между китайцами и постоянными работниками. Занял позицию нейтралитета Андрей Загайна, и за это во время суда судья предъявил ему претензию. Как вы можете быть нейтральными? Вы должны были встать на сторону полиции в этой стране. Потому что что значит конституция, что значит закон? И вы честный человек, как европеец, говорит он. Но с точки зрения американца, настоящего янки, вы не можете считать достойным человеком. Вы чужой. Итак, разница психологии вот в этот момент приобретает такое очень большое значение. И второй случай в самом вагоне, когда стал объектом агитации Андрей Загайный, и он должен был как-то проявить свою политическую активность, заняв сторону кандидата республиканца или кандидата демократа, он сказал, что он ни за кого, что тоже было для американца совершенно чуждым. Вот это получается такой действительно парадокс, когда Андрей Загайный перед переездом в Америку считал себя американцем в душе, но, тем не менее, оказавшись в Америке, он понял, что это не его, и не смог преодолеть эту болезнь отчуждения. Наконец, своего рода пристанище для Загайного стала больница, куда он попал в ситуации уже потери каких-то физических сил и охватившей его болезни. И там он сталкивается с двумя людьми, это медсестра и доктор, которые по-своему и убеждают его вернуться на собственных примерах, на собственных жизненных примерах. И вот, например, доктор говорит слова, которые все-таки объясняют ему психологию американцев. Доктор спорит со словами, которые некогда высказал немец Андрею Загайному, то, что в Америке же нет жизни. Доктор говорит, нет, в Америке есть жизнь, но она просто не такая. Тут другие правила, другие исторические условия. И самое главное, что говорит доктор, и кажется таким вот даже парадоксальным, может быть, для Андрея Загайного, говорит то, что там в Европе у вас там ценятся мозги, он говорит, а здесь для нас нужны руки. Что наша задача, наш исторический вызов в том, чтобы невозделанную природу обработать, освоить. И вот это вот наша жизненная задача. У нас много пространства. Тут вот вообще-то несколько такая для русского героя неожиданная ситуация, с которой он, впрочем, часто уже сталкивался до этого, потому что в 19 веке, видимо, русские достаточно редко были в Америке, его принимали в качестве европейца. Он несколько раз говорил американцам, когда меня спрашивали о национальности, что он русский. И постоянно, три раза повторяется эта история на протяжении повести. Они удивлялись, то есть они не знают, кто это такой, не то, что сейчас. Русские, сказать русские, но, конечно же, существуют свои стереотипы, свои какие-то сложившиеся, устоявшиеся представления. А здесь мы видим чистая доска в этом отношении. То есть его воспринимают как европейца. Ну, русский, значит, это вот где-то там, как Европа, то есть у них такая же ментальность, видимо, русская, и Россия это какая-то маленькая страна, что-то вот одна из тех, и там мало места, там нужно действительно приложить большой ум, чтобы как-то выбиться в люди. Но я думаю, что в этот момент, когда Андрей Загайный слышит это комментарий американского доктора, ему должно стать стыдно. Потому что Россия – это большая страна, тут тоже есть место, чтобы приложить руки, да, чтобы развернуться. Но вместо этого он уезжает в Америку, чтобы там, собственно, не руками устраивать жизнь чужих. Ну и после этого он решает вернуться. Есть, конечно же, еще такой сюжет, вот, связанный с его отношениями с Галиной, но вместе с тем это и неудачная сюжетная линия в этой повести, и само по себе, конечно же, Мачтет собирался завершить эту историю хэппи-эндом, счастливой концовкой, но хэппи-энд вышел неудачно, искусственно. Да? Эта история могла бы завершиться совершенно по-другому. И для самого читателя является неожиданностью, наверное, то, что все-таки
Андрей Загальный и его возлюбленная Галина спустя столько лет, вот, расставшись. В чем-то они действительно похожи, потому что они преследуют свои жизненные цели, далеко идущие. Им недостаточно просто семейного счастья, им нужно призвание обязательно какое-то высокое исполнить. Но вот как-то соединить их достаточно трудно, и это соединение кажется вот спустя долгие годы искусственным. Вот это вот единственное, читая все-таки повесть «Мачете», замечание. А произведение, вообще-то, оно даже чем-то является и новаторским, передовым в том отношении, что Мачете так далеко заглянул в межкультурную реальность, потому что в основном русские писатели 19 века писали о русской жизни, а об иностранцах совсем только чуть-чуть. Ну вот на этом бы я хотел и закончить